Очередное преступление порошенского режима. Уничтожение авиалайнера, выполняющего международный рейс. Порошенко сразу же во время катастрофы, еще до получения даже всех результатов этих событий, заявил, что самолет погиб в результате террористического акта. Ни у кого в мире не может быть сомнений. Именно режим Порошенко уничтожил этот самолет, этот авиалайнер. Именно Порошенко виноват в смерти этих людей.